Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 517. Запишите разность дробей в виде равной ей суммы дробей. Для того, чтобы это сделать, нужно вспомнить правило, которое дано в пункте 3.4 учебника. Разность дробей А и Б равна сумме уменьшаемого и числа противоположного вычитаемому. Используя это правило, мы очень легко сделаем данное задание. Запишем А. 1 треть минус 4 трети. Разность дробей равна сумме уменьшаемого. Уменьшаемое у нас 1 треть. И числа противоположного вычитаемому. Вычитаемое у нас 4 трети. Значит, прибавлять будем минус 4 трети. Б. Минус 1 пятая, минус 1 пятая. Используя то же самое правило. Разность равна сумме уменьшаемого. Уменьшаемое у нас минус 1 пятая. И числа противоположного вычитаемому. Вычитаемое у нас 1 пятая. Значит, прибавлять будем минус 1 пятую. В. Минус 4 седьмых, минус минус 8 седьмых. Знак минус, который стоит у нас сейчас перед первым числителем, можно поставить перед дробью. Получаем минус 4 седьмых, минус. Знак минус, который у нас стоит перед вторым числителем, тоже можно поставить перед дробью. Минус 8 седьмых. А теперь используем правило разности дробей. Это равно сумме уменьшаемого. Уменьшаемое у нас минус 4 седьмых. И числа противоположного вычитаемому. Вычитаемое у нас минус 8 седьмых. Значит, прибавлять будем 8 седьмых. Мы разобрали все примеры в номере 517. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.